Привет, меня зовут Андрей, я более 15 лет употреблял опиаты, употреблял марихуану, амфетамин, соли, пробовал все. Неоднократно проходил лечение, реабилитацию, убегал, не хотел, лечился для других. Причинял боль своим родным и пока сам не осознал то, что вот я хочу выздоравливать, хочу с этим покончить, не хочу так жить, как зверь, как, не знаю, пить из лужи, то ничего не помогало. Проходил 12-шаговую систему, был и в тех центрах, там, где применяют физическое действие какое-то, выбивали зубы, много раз лечился, проходил детоксы, подшивался, ничего не помогало, все равно возвращался, бывало, то есть там терпел там пару месяцев, но возвращался все равно к тому же, то есть все равно кололся, употреблял, то есть жрал таблетки. Значит, я заехал 3 сентября, с 3 сентября я чистый. То есть полтора года назад. Полтора года вот, благодаря этому центру, благодаря Виталию Ивановичу, вот чистый, сижу перед вами живой, здоровый. Да, очень много поменялось. Поменялся круг общения, поменялась работа. В употреблении, из-за употребления потерял одну семью, развелся, потерял доверие ребенка, жены, родителей. Вторую жену тоже так же само потерял, но в трезвости обрел, нашел свою половинку, как бы, и сейчас, ну, есть девушка, есть работа. Ну, очень есть радости в жизни, те, которых не было раньше. Раньше вообще не было радости. Сейчас вот получается. Конечно, не все получается так, как хотелось бы, но получается. Так как-то вообще это, после прохождения вот, лечения полностью, ну как отрезало, вообще ну, не хочу употреблять. И даже нету мысли, даже не, то мне за все время, вот я только, сейчас я приехал на подкрепление, а за все время я даже не думал про это. Оно мне как-то, ну, вот отрезало и все. Вот не хочется, вот я не понимаю, как я жил раньше, как я жил в употреблении вообще, я другой человек стал. Я вообще не хотел ехать, как бы, уже после прохождения неоднократной вот, реабилитации всяких, я сам хотел бросить, я пробовал и там, и там, и там, но здесь я, если честно, очень сильно удивился, то, что вот есть такой центр, потому что тут доверие, например, тут отношение как к человеку, а не как наркоману. И вот это вот доверие, это вот окружение, вот эта энергетика, вот, но она помогает. Сеансы очень... Я вообще-то не верил вот, ни в сеансы, ни во что, вот, пока не побывал на них. Ну, я думал, я же употреблял метадон, там, героин, да, что меня возьмет уже, какие гипнозы, какие сеансы. Я не верил, мне рассказывали, что там тоже неоднократно там кто-то там лечился за границей, проходили лечение, гипнозы, и говорили, да нет, это все фонарь. Ну, я так же само думал, то, что мне уже, ну, меня не возьмет это, но я ошибался. Значит, и сеансы мне помогли очень вспомнить тот, кто я есть на самом деле, тот, кем я был, а не кем я стал в употреблении наркотиков. Сеансы действуют. Ребят, я хочу вам сказать одно. Ну, попробуйте пройти полный курс лечения. Попробуйте пройти, а дальше, ну, вы посмотрите, как бы, ну, оно действительно действует.